Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Essential B Heyu 60 узнать свой номер IMEI и также серийный номер телефона. Первый способ – это открываем приложение телефона, открываем на нем клавиатуру и вписываем секретный код ⁠решетка 06решетка. И у нас на экране отображается наш номер IMEI, IMEI 2 и также номер сборки. Но есть второй способ. Для этого нам нужно перейти в настройки, затем в раздел «Система», «Об устройстве», и здесь затем переходим в состояние, видим здесь наш серийный номер, и также в информации об IMEI можем увидеть наш IMEI 1 и также IMEI 2. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, и пока!